Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, о чем она молчит. Настройтесь на женщину, на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим, в какой ситуации вы сейчас находитесь. Вот знаете, у вас сейчас какая-то ситуация, когда от чувств вы отвернуты. Вот вы отвернуты от личной жизни, как будто у вас ее нет совершенно. Вот вы просто крест поставили на своей личной жизни. Это может быть временный крест, но как таковой личной жизни я пока не вижу. Вы очень злитесь на женщин. По какой-то причине вы обозлены, может быть, даже на всех женщин, на весь женский род. Но обычно такое бывает после того, когда делают очень больно, да, как после предательства, либо же измены. У вас в жизни скорее произошел очень серьезный конфликт, конфликт с женщиной. С женщиной такой очень активной, женщина ревнивая, такая деятельная. Женщина может даже проигрываться огненного знака. С ней у вас была скорее такая вот долгая, стабильная история. Либо же это были отношения, либо семья. Но сейчас вам не до чувств. Вот у вас такое состояние, как будто вам вообще никто больше не нужен. Да, по башне у вас разрушение произошло. А на сердце гололед, хочется сказать. Женщина, которую вы боготворили, которую превозносили, все для нее, все в дом. Вот королева и звезда. Это все разрушилось, растопталось. Она, вот знаете, она, наверное, скорее всего, вот по жизни привыкла оббирать как липку мужчин. Вот и вас. Она вот, сдоила, наверное, все, что можно. Вот человек, который живет играючи, человек, который живет, используя других людей, человек, который всегда считает, что вот она права, вот она всю жизнь считает, что вот все другие неправы, да, по-любому неправы, только она права, правда всегда на ее стороне. Так, очень злая, агрессивная дамочка. Так. Так, она вот по жизни, знаете, она связывает воедино деньги и чувства. Вот она любит только того, у кого есть деньги. Она любит только того, кто восхищается ей, кто ей все на блюдечке преподносит, кто по первому зову прибежит и все сделает, да? То есть она такая женщина, с которой вообще быть в отношениях очень не, очень непросто, наверное. Вот не каждый сможет быть с ней в отношениях. Она, вот знаете, может быть, у нее сильная энергетика, вот она как будто бы вот подавляет других. Вот это прямо чувствуется на физическом уровне. Как будто, вот знаете, после разговора с такими людьми, как будто задыхаешься. Вот бывают люди, знаете, вот она может относиться тоже к энергетическим вампирам. С такими людьми, извините, что-то я снова хриплю. С такими людьми вот пообщаешься, да? И такое ощущение, что из тебя вот все соки выпили. Ты как будто выжатый лимон просто. Вот очень сложно даже вот морально жить с такими людьми. Я уже не говорю, когда начинаются скандалы, какие-то истерики с такой женщиной. Да, звезда звездовна. Так. Женщина, которая привыкла, привыкла иметь, знаете, вот скажу сейчас такую пренеприятнейшую новость. Она привыкла иметь ни одного партнера. Вот у нее часто в жизни так было, что у нее было по два, либо же по три мужчины. Вот она из таких женщин, которая, не побрезгует ничем, да, а почему бы не лечь, если тебе денежку не дадут, да.
либо же какой-то подарок, да, подарят, или еще какую-то выгоду. Ну, то есть для нее вот постель, любовь – это совершенно две разные вещи, да. Не обязательно ложиться в постель, если ты любишь человека. Можно просто лечь, да, и тебе что-то за это дадут. Вот как бы из такой категории женщин, как это ни печально. Она выбирает таких мужчин, тоже сильных по жизни, сильных, обеспеченных, статусных. Ей нравятся такие мужчины. Она без денег просто не мыслит своей жизни. Это как своего рода, ну, какая-то зависимость, что ли, от денег у нее. Давайте посмотрим, о чем же она умалчивает. Или что она, может быть, вам не договаривала. Знаете, она не договаривала, ну, даже не то, чтобы не договаривала. Вот о чем вы должны знать, да? Очень много было обмана с ее стороны. Причем обман был даже в те моменты, когда вы не могли даже заподозрить. Это были какие-то обманы по мелочам. И скорее они касались, да, вот личной жизни. Эта женщина, вот о чем она еще умалчивала, кого-то могла не устраивать даже ваша интимная сфера. Да, она могла говорить, что все классно, все шикарно, да, а на самом деле ее много чего не устраивало. Она и здесь вам врала, и в этой сфере. То есть женщина вам врала про постель, она врала вам про других партнеров. Я думаю, у нее было при вас не один партнер, как это ни печально звучит. Она вообще врет, что она женщина, зависимая от денег. Вот она врет, знаете, врет так искусно по жизни. Вы, может быть, об этом даже не знали, не догадывались. Она так врет, что она верит даже сама в свое вранье верит. Вот до такой степени она в этом мастерица. У кого-то сейчас, может быть, конечно, будет неприятное прозрение, но, может быть, вам будет легче тогда забыть эту женщину. Вот она, знаете, да, она вас считала, вот еще о чем она умалчивает. Вот каким же словом это назвать, я даже не знаю. Вот она вас считала своим, вот знаете, как джинном, волшебная лампа Аладдина, да, сказка. Вот как золотая рыбка. Вот она что-то захочет, вы ей сделали, вы ей дали, вы купили, вы все для нее, да. А там на стороне где-то утехи были. Вот у нее, посмотрите, у нее везде по всем картам, по раскладу, вот интимная зависимость, денежная зависимость, зависимость от финансов, от подарков. И все это с интимом переплетается, да. Таким женщинам обычно платят за услуги. Я не хочу это слово называть, да. Я думаю, вы сами догадываетесь. Таким женщинам оплачивают их услуги, все эти плотские утехи. И она, вы знаете, она могла даже не брезговать. Я не говорю, что это на потоке стояло, да, вот как на дорогах стоят. Нет. Но периодически ей могли за это и платить, и чем-то еще расплачиваться, да. Такие женщины, может быть, даже чтобы пробиться там по лестничной карьере, они почему бы с начальником не пошалить, да. Почему бы еще с кем-то не пошалить, чтобы еще какие-то там блага свои достичь? Ну, то есть, об этом она и умалчивала вам, что она вот такая, знаете, ну, супер врунишка по жизни. Так, деньги, 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 да. Вот у нее деньги просто на потоке стоят. Вот у нее должны быть деньги постоянно. Она к этому привыкла. Она привыкла к красивому образу жизни. Она привыкла к тому, что всегда есть спонсор, который это все оплатит. Да? Но сейчас, правда, давайте уточним. У нее что-то в жизни подвисло. Вот сейчас у нее ухажеры немного поубавили свой пыл. Скорее, в личной жизни у нее сейчас либо же неприятности какие-то, либо же появился мужчина, который сильнее ее, умнее ее,
и который очень быстро ее раскусил. И немного ее пыл поубавился. Да, сейчас она полна страхов, полна сомнений, комплексов. Что будет, да, вот если она упустит очередного ухажера, который оплачивает ей это все. Вот сейчас она реально испугалась, что под угрозой оказалась ее личная жизнь в шоколаде. Она, знаете, вот она с вот этим ухажером, она, может быть, даже о семье мечтает, потому что очень уж такой человек перспективный, но он ее раскусил. Я не думаю, что у них что-то будет дальше. Видно, он или за вранье ее узнал. Да, она будет вся в грусти и в печали. Ну, похоже, что этот мужчина ее бортанет. Потому что, ну, такие женщины, как правило, рано или поздно, они получают по заслугам. И в этот раз, скорее всего, она тоже получит свое. Поэтому, дорогие мужчины, как итог, она умалчивала. И в интиме что-то она умалчивала вам, неправду говорила. И вообще по жизни, да, и за ухажеров, и за деньги. И... Ну, то есть она супер врунишка. И вы об этом не знали, потому что она умалчивала. Умалчивала правду. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!